Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Съемочную бригаду дежурного с комфортом возит по пермским улицам новый седан Volkswagen Jetta, любезно предоставленный автосалоном Volkswagen на проспекте Парковой, 64. Традиционно начинаем с телезрительского кадра дня. Эти фотографии прислала нам Елена Павлова. На первый взгляд, очень даже смешно нашли место, где зонтик повесить. Но смех получается сквозь слезы. 7-й год, пишет Елена, ждем ремонта крыши. К величайшему сожалению, она не указала адрес этого коммунального бедствия. Что бы они ни делали, не идут. Дела, видно, в понедельник их мама родила. Помните эту чудесную песенку про остров невезения? Неизвестно, кто из жителей дома 55 по улице Карпинского родился в понедельник, однако дому не везет просто катастрофически. Не так давно здесь топило подвал. Вроде ликвидировали, а нынче новая напасть не угодно ли. Свалка мусора буквально в нескольких шагах от первого подъезда. Лежит уже давно. Повторимся, неизвестно, кто из жителей дома родился в понедельник. Однако давным-давно пора ликвидировать здесь, на Карпинского, 55, зону невезения. В конце концов, даже если кто-то из жильцов и родился в понедельник, всем хочется ходить по чистому двору. Двое суток жители 49-го дома по улице Карпинского пускали кораблики в лужи перед своим подъездом. Здесь было море разливанное. Вот только перед нашим приездом аварийка перекрыла воду. Теперь результат. Полный подвал воды. Раз. 49-й и 47-й дома по улице Карпинского остались без водоснабжения. Два. Когда прекратится эта история с потопом, неизвестно. Три. Кораблики – это, конечно, хорошо, но вот что самое неприятное во всей этой истории. Коммунальщики до сих пор не нашли места порыва. А это значит, что жители 49-го и 47-го домов по улице Карпинского, по 32 квартиры в каждом, останутся без воды неизвестно насколько. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит аж 4 приглашения на 2 лица каждое. На следующую серию домашних матчей хоккейного клуба «Молот Прикамье». Серия пройдет с 30 ноября по 6 декабря. А чтобы как следует поддержать наших, клубная атрибутика «Шапочка» и «Шарф» с символикой любимой команды. Есть за что бороться, а посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефей» в интернете. Пишите и звоните. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою сегодняшнюю работу. Завтра увидимся. Ну а сейчас все. Спасибо, удачи. Пока.